Привет, ребята! Ну, сегодня первый день, что с хорошим микрофоном. Сегодня как раз Евровидение, только что пошел вот эта часть Украины, очень легендарная песня. Так что я, типа, первое видео с нормальным, хорошим микрофоном буду сыграть песню «Музыкант». Мой учитель из Украины, называется Руслан, он мне задал эту песню, очень классно, мне очень понравилось, я просто каждый урок беру ее и играю. И он меня очень хвалит, поэтому я пошел и вот сейчас я буду это играть. Повесил свой сюртук на спинку стула. Несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви, что творилось, что творится на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Зачем явился ты на свет? Ты помнил не всегда. А звуки скрипки живые скрыты себе разбудят, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой земле, что творилось, что творится на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Устала скрипка, хоть кого, со старой боли страх. Устал скрипач, хлебнул вина, лишь горечь на губах. И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр. Словно был старик сегодня пьян. А мелодия осталась ветерком из листве среди людского шума, еле уловима. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. И святой любви.
Для тех, которые... Для тех минимальных процентаж, которые досмотрели до этой части, я очень благодарю вам, что вы посмотрели за это видео сегодня. Это лично очень классная песня. Я за украинцев в эту войну. Надеюсь, что Украина выиграет. Я отправлю вот эти линки к многим сайтам, чтобы сделать донацию к ЗСУ, к Украине и все такое. Ну хорошо, ребята. Спасибо за просмотр всем. Пока, увидимся.